Ну что, дорогие друзья, это вторая часть батла. Вторая часть батла. Первую часть обязательно рекомендую вам посмотреть. Может, где-то подсказка вылезет, может, не вылезет. Посмотрите предыдущую серию, где мы батлили на этих аккаунтах. У нас с Никитой аккаунты, на которых нету двух легендарок, покажи. И на этих аккаунтах было по 35 бигбоксов, по 100 маленьких боксов. Ой-ой-ой, по 300. Плюс мега ящики, и мы не выбили легу. Я вам сказал, ребята, набираем 100 тысяч лайков, я пилю второй батл. Честно, я не знаю, сколько лайков вы собрали, но я уверен, что вы поддержали. Я уверен, я в вас не сомневаюсь. У нас по 1000 сейчас гемов, у меня чуть-чуть больше, но потому что тут гемов было больше на аккаунте. В общем, ребятки, ну не знаю, не знаю, не знаю, рассчитываю на вашу поддержку. Мы запилим, может, еще третью часть, если не выбьем легу. Но я бы хотел, чтобы вы все-таки поставили лайк, подписались, и мы этот батл закончили. Надеюсь, мы больше не будем батлить на этих каунтах. Но я просто хочу этим парням выбить легу. Готов? Конечно. Фух, страшно. Большие мега тоже? Не-не, мега ящики не трогаем, только большие. Просто смотри, в мега ящиках шанс, вот у меня шанс 0.09. И что? Он в 10 раз больше мега ящики. То есть это в обычном боксе. Я понимаю. Ну давай, ну блин, у нас гемов не так много. Да. Блин, дружище, я умоляю, вот ты по ту сторону экрана, ну тебе же не трудно, нажми подписаться и поставить лайк. Поддержи нас, пожалуйста, мы очень стараемся выбить легу пацанам. Суть батла заключается в том, кто выбивает легу, тот и побеждает. А донатил я. А надо пускай проигравший донатит. Ну что, поехали? Давай. Понеслась. Блин, я рассчитываю так на легу. Блин, так страшно, давай реально. Давай по одному. Жду. Раз, два, три. Ух, так страшно. Ну, должно быть 6. Должно быть 6. Давай дальше большие. Я чуть-чуть быстрее открою, потому что у меня чуть-чуть гемов больше. Чуток. Блин, ну хотелось бы выбить, ребята, потому что мы им задонатили. Страшно очень. Страшно, блин, мне просто, ну... Выкидывать... Чтоб деньги, ну, просто так не выкидывать, это ж уже не бесплатные сундуки. Да, так. Давай по мегаящику. Раз. Да что ж такое, блин, как выбить легу человеку? Он сколько, блин, сундуков нафармил и не падает лего, как так? Как, ребят, объясните, как? Что, выпало? Нет. Фух, ты меня так не пугай. Блин, хотя я хочу, чтобы ты выбил. Кто-то из нас должен выбить легу. Не должен выбить. Хотя бы кто-нибудь. Это... Сколько? У меня 600. А у меня... 15. Давай мега ящик. Раз, два, три. Это, ну, блять. Я расстроен. Я вообще, я сейчас буду плакать. Давай большие ящики. Ну, камон. Капец. Не падает лего. Да шанс, на самом деле, не такой уж и супер высокий. Ну да, он маленький вообще был. О, у меня 0.11, это неплохой шанс. Я с таким шансом выбил легу на твинке. А у меня 0.1. Блин, гемы-то заканчиваются. Стой, не торопись. Сколько гемов? 337. У меня 343. Дружище, я не знаю, как тебя зовут. Может, Паша, может, Володя, может, Влад, может, Дима, может, Серега, может, Илья, может, Юра, может, Всеволод, может, Владимир. Без понятия. Ну, пожалуйста, подпишись в этот момент. И поставь лайк. Поставь лайк, я тебя прошу. Блин, я очень хочу вытащить легу. Я очень хочу вытащить легу, потому что, ну, если мы не вытащим, может, придется нам записывать третью часть, но это затратно. Ну, если в третьей части не вытащим, это может длиться бесконечно. Пока не выбьем. Поехали? Давай, одновременно будем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я случайно увидел. Да-да-да-да. Ну, давай, раз. Ну, давай. Пять. Капец, сколько у тебя гемов? Сколько у тебя гемов? 260. 260, а у меня...
Сейчас я сделаю так же, как у тебя гемов. Блин, вообще такой, такой, блин, бред. Сейчас еще один сундук. Так, давай одновременно. Раз. Подожди. Лего, приди. Поставь лайк, давай. Лайк! Колокольчик! Подписка на канал! Бля, мы так просрали 1000 гемов, Никит, вообще за секунду. Надо было под... Не, ну по 2000 донатить, ребят. Блин, ну это... Ладно, на один аккаунт, а так все с моего кошелька. И туда 100, и туда 100. Это минус кошелек. Это минус кошелек. Открываем? Да, раз. Два, три. Так. Да не, ну блин, это пусто. Давай еще один, давай еще один. Блин, все меньше и меньше. Так. Раз. Пожалуйста, подпишись, пожалуйста. Подпишись и поставь лайк, пожалуйста. Готов? Да. Раз. Два. Два. Три. Сколько должно быть? 4 предмета? Нет, должно быть 3 предмета. Там 3? Да. Ты такой профессионал, я знаю. Сколько у тебя? 193, 200. Ну, нормально, поехали. Раз. Два. Два. Три. Два. У тебя 3. Так, а 2 это? Да я не знаю, что значит 2. Капец. А ну, какой шанс? Давай посмотрим. Ну, у меня такой же. 0,11. 0,1. Капец. Ну, что за бред? Давай. Раз. Два. Три. Три предмета. А было 2 у меня до этого. Может, вот, может, вот это лего? Если бы я знал. А так. Да, сколько гемов? Давай, поехали. Раз. Два. Три. Ты что? Ребята. Это все потому, что кто-то не поставил. Ну, пожалуйста, 3 сундука осталось. 3. Маленьких, больших, точнее, больших сундука не падает. Ну, хоть одну дай. Дай Спайка Леона. Да ну, блин, ну, правда, ну. Моего чела 15 тысяч кубков, а у твоего? 14? Капец, ну, нормальные пацаны. Ну, давай. Скажешь, когда готов. Я готов. Я готов. Раз. Два. Три. Три. У меня 2. Капец. 2 бокса что осталось. Вообще, ну... Меня злость берет. Давай. Раз. Два. Три. Твою. Еще раз. Последний, это последний. Раз. Два. Два. Три. Пу ты! Пу-пу-пу! Ну как так? Ну как? Ну-ну-ну-то камон, я был уверен, что после доната мы выбьем им. Твою медь. Мне кажется, если я еще раз задоначу, мы можем им не выбить. Я не знаю, что делать. Мы можем еще 3-ю часть записать. Ну, однозначно, если 100 тысяч лайков не набирает, ее не будет. Ребят, это очень дорого, и я сейчас за последнее время очень много аккаунтов записываю именно с донатом со своим. Мне просто вот там, просто вот так вот деньги на игру улетают. Поддержите выпуск хотя бы лайком, потому что, ну, я не знаю, что делать. Что скажешь, что у тебя, какие предположения? Я не знаю. Ну, если мы еще задонатим, выбьем или нет, как думаешь? Ну, я постоянно не факт, да? Настроен на то, что выбьем. Я тоже настроен был. Ты что, я уверен был, что мы выбьем, когда открывали 300 ящиков. Я тоже. Я думал, по-любому, даже 2 выбьем. Без доната. Ребят, я не знаю. Мне страшно. Мне страшно донатить еще один раз, потому что если просру еще $100, это очень будет страшно. Но с другой стороны, если 100 тысяч лайков наберем, значит вам это интересно. Если вам это интересно, то мы делаем. Возможно, даже если вы наберете по 100 тысяч лайков, возможно, хрен с ними, задоначу по $100 и сюда, и туда. Но это не факт. Я задоначу 100% сюда, если вы наберете 100 тысяч лайков, но вот сколько, я подумаю. Ну, короче, решать вам, ребят. 100 тысяч лайков и еще 1 часть. Я не знаю, я в шоке. Подписывайтесь на канал, ждите выпуски новые. Спасибо вам за просмотр.
Ребят, я желаю вам, те, кто поставили лайк, подписались, желаю вам всем, чтобы падал Олега. Я не знаю, я не знаю просто. Что-то минус настроение. Давайте. Если хотите третью часть, лайки. До новых встреч. Пока. Всем пока.